Друзья, всем привет! В этом видео про дополнение к мотоблоку, про аксессуары, которые вам обязательно пригодятся и необходимы в процессе эксплуатации мотоблока. Допустим, вот вы стали обладателем вот такого агрегата, и вот что вам надо будет. Смотрите, вот я выставил здесь вот такие канистрочки и вот такую большую канистрочку. Плюс вон, смотрите, по мелочевке, что, чего и как. Сейчас я расскажу вам, что нужно. Вам обязательно нужна будет вот такая канистра с такой вороночкой. Большая канистра, а может быть и несколько, с такими канистрами вы будете гонять за бензином на заправку на своем автомобиле по пути на дачу или с дачи, там, в деревню или с деревни. Это первый момент. Всегда бензин в наличии. Вот в такой канистре. Ни баночки, ни бутылочки, а именно вот такие канистры. Обзаведитесь, не поленитесь, это вам очень пригодится. Воронку вы видите, тоже обязательно такая. Да, несколько надо воронок. Смотрите, вон есть вот у меня несколько, сейчас расскажу. И вот такие канистрочки со шлангочками. Это я для примера поставил вот здесь вот со шлангами. Да? В чем смысл шланга? Шланг позволяет вам всегда удобно заливать бензин в бак без всякого перелива, облива мотоблока бензином. Тем более он может быть у вас горячий, вам надо будет дозаправиться, и он, не дай бог, полыхнет, да, или еще что-то. Ну, короче, лишний пролив, зачем он нужен, да. У меня вот такая канистрочка, вот она с утерянным шлангом, да, то есть мои родные здесь куда-то его посеяли, и вот уже гиморно заправлять вот этот вот, извиняюсь за выражение, гиморно, да, и заправлять, ну, на самом деле проблематично, то есть сейчас будет бултыхаться из этого горлышка, выплескиваться туда в бак бензин, там фильтр, вот эта сеточка, ну, и, короче, фигня полнейшая, так что имейте в виду, что вот вам надо будет вот такие вот обязательно шлангочки. Следующее. Вот такая воронка обычно автомобильная, на всякий случай. Ну, она, кстати, здесь не взаимозаменяемые шланги на вот эти, на эти канистры. Ну, вот на этой можно, это штилевские канистры, да? Это я наклейку просто наклеил для понта. А это вот на ТНК BP, короче, купил вот эту. А, не, на Газпром нефти вот это вот купил. Вот такую канистру там за 300 рублей. Она вот, вот этот шланг, он на эти горла не подходит. Ладно, вот такая вороночка у вас еще есть, да, в дополнение, которая не вставляется ни хера в этот бак, потому что там фильтр, и вот этот носик, он может пробить эту сеточку, нафиг надо. А держать ее на весу и заливать канистры, это неудобно. Поэтому я говорю, что нужно вот такой шланг, накрученный уже сразу на канистру. Это у меня канистра для бензопилы, здесь смесь, поэтому... Вот смотрите, почему и нужно несколько канистр. То есть здесь у вас смеси под разные там бензопилы, а это всегда под чистый бензин для мотоблока. Ну и вот, соответственно, шланг и нужен. Так, следующее. Вот видите, воронка с шлангом на носике. Это вороночка для заливания вот этого масла, которое вот вы видите. Масло я заливаю тоже как бы типа корейское, ну, типа корейский мотоблок китайского разлива. И вот это масло тоже, ну, типа в хэн. Део пусть кушает, да. И вот этот шланг вам необходим будет с этой воронкой для направления масла, потому что там, когда заливаешь это масло, сейчас покажу, вот сюда, допустим, надо залить, вот в редуктор, я уже объяснял, тоже вот сюда направил это масло, вот, вот которое для редуктора, сейчас покажу масло. Вот это для двигателя масло заливается, да, ну, сая 30. А это вот в редуктор я залил, изначально залил и придерживаюсь вот этого масла, тоже корейское, Кикс, это синтетическое масло для автоматической трансмиссии, но как бы оно самое бомбическое для вот этого редуктора мотоблока, оно долго живучее, ничем оно не отличается от других обычных масел, можете залить дешманское масло в свой редуктор и радоваться, короче, тоже вот этим вот моментом. Ну вот, собственно говоря, для этого вот я и показываю, ну, вы себе облегчите жизнь в разы, имея в наличии вот такие аксессуары. Это еще не все, если что придет мне на ум, еще сниму видео, расскажу вам про всякие штуки, дрюки, шприцы там всякие, тоже вот всякие шпринцовки там. Ну, естественно, конечно же, нужно иметь много всего. Все, в следующем видео все расскажу. Давайте, подписывайтесь на канал. Всем пока.